кошку дома. Если в вашем доме живет кошка, вы должны знать, как за ней ухаживать, какие беды и неприятности могут произойти с вашим питомцем. Потому вы в первую очередь должны научиться осматривать кошку на дому. Это несложно, нужно лишь узнать, что необходимо и как это делать. Но ни в коем случае не путайте элементарный осмотр кошки с лечением. При любом подозрении на травму или болезнь обратитесь к ветеринару. Что же, давайте решим, как правильно осматривать кошку дома, на что следует обратить особое внимание и как вам сделать это безболезненно для питомца. Для проведения осмотра лучше использовать ровную поверхность, застеленную салфеткой или тканью однотонного цвета. На ней лучше видны изменения шерсти. Отмечаем положение тела, свободу движения по поверхности, оцениваем состояние волосяного покрова и усов, заостряем внимание на непривычные особенности поведения, например, прищуривает глаз или часто встряхивает ушами. Как правильно осматривать глаза кошки? Они должны быть ясными, без всякой пелены, светлыми, без малейшей красноты. Внимательно относитесь к выделениям из глаз. Тут не стоит давать особых советов, так как есть кошки, у которых такие выделения – необходимость. У кого-то это норма, а у других – показатель проблемы со здоровьем. Также обратите внимание, не сухие ли глазки у кошки, нет ли разницы между одним и вторым глазиком, их размерами и размерами зрачков. Изменение выпуклости глаз не говорит ни о чем хорошем. Поверьте. Как правильно осматривать нос кошки? Здоровый нос – это не только чистое дыхание, но и показатель хорошей работы иммунной системы у вашего питомца. Поэтому тщательно осмотрите поверхность носа питомца. Она должна быть чистой, слегка прохладной и чуть влажной, но не мокрой. Отмечу, что после сна или при сильном возбуждении поверхность носа может быть теплой, но через несколько минут вновь становится слегка влажной и прохладной. Проверьте, чист ли носик у кошки. У нее не должно быть на слизистой стороне носа никаких язвочек и тем более припухлостей или опухолей. Если из носа кошки замечены любые выделения, это свидетельствует о болезни. В зависимости от характеристик этих выделений можно подвести итог, чем страдает кошка. Выделения из носа кошки прозрачного цвета говорят о простуде или аллергии. Выделения зеленоватого цвета или просто мутные свидетельствуют об инфекциях бактериального типа. Хотя стоит в таком случае проверить носик кошки, так как там может находиться что-то, нуждающееся в излечении. Если же выделения из носа кошки кровяные, красного цвета, это значит, что в носу что-то застряло, либо же у кошки травма или опухоль. Как правильно осматривать уши кошки? Уши вашей кошечки должны быть чистенькими, здоровыми и без всякого аромата. Принюхайтесь к ушам, вы не должны почувствовать плохой запах. Далее проверьте, нет ли выделений из ушей, которые могут указывать на наличие у кошки клещей или инфекции. Цвет выделений может указывать на эти проблемы. Так, темная коричневая и черная сера говорит о клеще, а желтая или коричневатая – о бактериях. Посмотрите, как ведет себя кошка. Если она постоянно качает головой, это ненормально. Любые малейшие царапины на кошках должны заживать очень быстро. Это же касается и области ушей. Обращаем внимание на наружную поверхность ушной раковины. Смотрим, нет ли корочек, расчесов и облысений. Отмечаем температуру уха по тактильным ощущениям. Массируйте основание раковины. Болезненность или чавкающий звук могут выдать наличие серьезного воспаления. Как правильно осматривать пасть кошки? Пасть кошки осматривается очень аккуратно, чтобы она не укусила вас. Слизистая пасти должна иметь здоровый розовый цвет, влажную поверхность, равномерность. Так, признаками болезни пасти кошки считается краснота местами, сухость полости пасти,
что говорит об обезвоживании или анемии кошки. Во рту питомца не должно быть никаких вздутий, надрывов, ран, пятен. Десны должны быть ровненькими. Если есть возможность, посмотрите область под языком. Неприятный запах из пасти кошки говорит о гингивите или же зубном камне. Пока вы тщательно осматривали своего питомца, он явно устал, потерял к такой игре всякий интерес и теперь норовит улизнуть при первой возможности. Отдохните. Угостите вашего пациента чем-то вкусненьким. Только немного, а то плотно перекусив, он еще и поспать захочет. Ну вот, можно продолжить. Как осматривать шерсть, кожу и тело кошки? Осматриваем шерсть. Будьте внимательны. Для начала вспомните, как выглядел меховой покров вашей кошки раньше, например, полгода назад. Изменилось ли состояние кожи и шерсти и в какую сторону? Отметьте, не появилась ли перхоть, излишнее выпадение волос или, может быть, корочки на поверхности кожи. Кожа – одно из зеркал здоровья животного. Любое нарушение обмена веществ или развитие какого-либо заболевания внутренних органов непременно найдет свое отражение на состоянии кожи и шерсти. Да, и не забудьте про блошек. Вот уж кто прыгуч и вездесущ. Ну что, у вас все в порядке? Замечательно. Идем дальше. Теперь проведите по животу стоящего питомца несколько раз, справа и слева по направлению от локтя к хвосту. Ваша задача не просто ласково гладить пушистый животик, а попытаться собрать максимум полезной информации. С помощью весьма приятной процедуры можно обнаружить начало развития некоторых заболеваний. От простой пупочной грыжи у котенка до различных новообразований кожи и молочных желез у животных постарше. Кожа живота гладкая, никаких нарушений не выявлено, и пушистика не донимает болезненные ощущения при ваших манипуляциях, ура! Переходите к осмотру когтей. Это самое простое и никаких объяснений не требует. Просто оцените длину, состояние когтевой пластины на всех пальцах. Не забудьте, что на передних конечностях по 5 пальцев. Осмотрите подушечки лап. Подумайте, возможно, вас не все будет устраивать. Как правильно осматривать кошку под хвостиком? И, наконец, приступаем к самому сокровенному. Заглядываем под хвост. Делаем все плавно и без излишней суеты, так как наши питомцы это не очень-то любят. Оцениваем чистоту и отсутствие постороннего запаха и признаков воспаления, набухание, покраснение и тому подобное. Если необычных симптомов нет, радостно завершаем осмотр. Похвалите терпеливого или нетерпеливого пациента. Обязательно побалуйте чем-то вкусненьким. А теперь подведите итоги. Если вы ничего необычного или тревожного не обнаружили, скорее всего, ваш питомец в хорошей форме, и вас можно поздравить. Проводите такие осмотры регулярно. Это поможет вам знать о своем любимце больше, а сам осмотр будет занимать меньше времени. Ну а если вы во время осмотра заметили какие-либо нарушения, о чем вы даже не подозревали, то теперь вы знаете, что рассказать ветврачу. Обнаруженные своевременно заболевания лечатся, как известно, намного проще и быстрее. Выигрывает от наших с вами осмотров в конечном счете пушистик. Ведь говорит-то он не умеет, а значит, мы должны быть внимательнее сами и хотя бы раз в месяц проверять усы, лапы, хвост и другие пушистые документы. Друзья, была ли полезна для вас данная информация? Обязательно расскажите об этом в комментариях. А также не забудьте поделиться видеороликом со своими друзьями. Еще не подписаны? Скорее подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием «Земля».